Да, у меня куча дел. Спасибо, что заметил. И тебе того же. Завтра позвоню. Дмитрий, о чем думаешь? Да, мы все еще вместе. Увы, я старею быстрее, чем она. Дом. Теперь мой дом в Москве. А где я жил раньше, уже и не помню. И все-таки ты летал лучше меня. Да, тогда было здорово. Увы, нам пришлось сменить кабину на кабинет. За нас, товарищ Беликов. Два старых вояки, бредущих на ощупь в темноте. Скажи, дружище, а что тебе на самом деле нужно? Не держи меня за идиота, Дмитрий. Я знаю, что ты крот, и знаю, зачем ты пришел. Что дальше? Убьешь меня? Дмитрий, в чем дело?